Эти девицам говорят 100 грамм. Вы что, пришли сюда без цели? Кого-то обольстись или помять трюфели? Вдруг появляется объект, интересненький субъект. Быть может, они захотели просто поиграться, нарисоваться, пришвартоваться, да сняться. Чувствовать романтику на этот сотый раз. Вроде бы и намеки субъекту посылали, а он выставил, сука, игнора с телу лали-лали. А послали, а наплевали, а проиграли Керлин. А Керлин, Керлин пролетает, пошли на Керни. Ресторан. Тут девицам необходим стоп-кран. И не Керлинг, а Керлинг.